Крупная авария произошла ранним утром на пересечении улиц Профсоюзная и Университетская, где столкнулись «Шкода» и «Кия». От удара один из автомобилей вылетел с дороги и снес дорожные ограждения. Без пострадавших не обошлось. О причинах и последствиях репортаж Рамиля Шайдулина. Тут аварий, наверное, 20-25, наверное, было. Светофор, говорит, поставить, а с другой стороны заторы, пробки, говорит, будут. Подобные аварии на этом перекрестке происходят регулярно и всегда по одному и тому же сценарию. И этот случай не исключение. По первоначальным данным, водитель «Шкода» двигался по улице Университетская, тогда как «Кия» по Профсоюзной. По правилам дорожного движения, водитель чешской иномарки был обязан пропустить второго участника аварии, чего он, судя по всему, не сделал. Белый отсюда, черный отсюда вроде бы. Один, короче, по этот забор ушел, а другой вот здесь был. Вот. Всю морду, короче, снесло. В результате аварии оба автомобиля вылетели на обочину, и «Шкода» протаранила дорожное ограждение. Ее водитель получил ушибы и ссадины, а автомобиль потерял возможность двигаться своим ходом. Рамиль Шайдулин, Ленар Гинатулин, Константин Бушуев, вызов 112.